1994 году на заседании парламента Республики Казахстан глава государства впервые предложил идею о переносе столицы из Алматы в Акмалу. 20 октября 1997 года был подписан указ о переносе столицы. Июля 1940 года родился Нурсултан Назарбаев, государственный деятель, первый президент Республики Казахстан, лидер нации. 13 лет назад в Астане на основе библиотеки Евразийского национального университета был организован научный центр «Отырарская библиотека». Июля 1710 года в Мейсоне создана первая в Европе фарфоровая мануфактура «Мейсонский фарфор». 1954 году легендарный американский певец и один из величайших музыкальных исполнителей всех времен Элвис Пресли записал первую пластинку –